Привет, привет, дорогие мои подписчики, дорогие мои клиенты. На связи Дмитрий из магазина Шуб, меховой на Тверской в Дубне, на левом берегу, на Тверской 14. Потихоньку начинаем готовиться к сезону, плавно, не торопясь, спокойненько. Вот, пополняем нашу коллекцию красивыми шубами, новыми расцветками. Вот. Более плотно я начну работать уже с августа месяца. Начну уже более активно пополнять нашу коллекцию. Буду вам показывать новые модели со склада, видеоролики. Кстати, у меня уже есть подборка хорошая. Но буду вас радовать с августа месяца. Сейчас у меня идут разные подготовительные работы. Еще другие у меня дела. Вот. Так что пользуюсь моментом. Стараюсь все дела сделать до сезона. Так что, пожалуйста... С августа буду более плотно работать. Много всего интересного будет в этом году. Общаюсь с поставщиками, с производителями шуб. Вот, так что будем радовать вас, баловать. Вот немножко у нас тут обновление произошло. Сейчас не буду рассказывать долго, но так немножко пробежимся. В августе уже будем более конкретно модели смотреть. Серые шубы тут разные. Дубленки, шуба. Так. Вот, пожалуйста. Здесь шубки у нас. Голубенькие норочки. Серенькие. Орешек, черненькие. Серенькие граффитики. Вот. И вот еще. Тоже потихоньку расширяем ассортимент элиток. Премиальные шубы. Вот они, видите, идут. Премиалки. Вот. Орешек с куницей. Черная, голубая норка. Орешки. Пастельки. Летучки. Много всего классного, красивого, интересного. Вот. Более подробно будем уже освещать новые коллекции, новые фасоны. С начала октября, так что почаще, с начала августа, извините. Так что в августе заходите каждый день в наше сообщество. Будет много всего нового, интересного. Видеоролики, видеообзоры со склада новых коллекций. Все ввожу под заказ, без залогов, без обязательств. Есть также акция обмен шуб ваш на новую с доплатой, рассрочка без переплат. Любая шуба на заказ. Принимаю заказ онлайн. Приходите только на примерку, мерите. Нравится — берете, не нравится — отказывайтесь. Вот. Так что, пожалуйста, я весь в вашем распоряжении. Вот. Пишите, приезжайте. С августа буду работать более плотно, более уже качественно. Все, до встречи на консультациях. В этом году увидимся, услышимся. Всем привет-привет.